училище. Командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. В этом году училище отмечает 80-летие кавалера Ордена Мужества Российской Армии. Среди них Виталий Антонов, Набиев. Мимо трибун проходят курсанты военно-материально-технического обеспечения имени служащих женщин. Возглавляет парадный строй подполковник Мария Васильева. России генерал-майора Тимофей Колонны. В ее составе 61 единица боевой техники. На Красной площади счетом капитан Александр Стоянов. 4x4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения 48-й ракетной бригады внезапными и мощными ударами специальной военной операции. Нет «Майсигов». Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. Ракетные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Группа «Русские витязи» и «Стрижи». Небо над Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага Российской Федерации полковник Владимир Мордасов. В финале парада «Община Великой Победы».